Алина, прости, я все объясню! Да как ты посмел? А? Я не хотел, чтобы все так получилось! Не-не-не! Надо, нет! Это последняя капля! Это так случайно вообще получилось! О, нет! Я тебя не прощу! Не-не-не-не! Хватит, перестань! Что случилось? Да. Ребята, я, кажется, сделал то, что ни в коем случае нельзя было делать! Этот Бруно съел мои запасы вкусняшек! Даже не поделился ни со мной! Это такой кадр! Кадр хороший! Не с вами! Хорошо. Что это за сундук? Это у тебя надо спрашивать, что это за сундук такой классный! Да, я его не видел раньше. Может, здесь еще есть шоколадки? Если там есть шоколадки, они мои! И он не открывается, блин. Чего вы притворяетесь, сейчас открою. Да, попробуй. Что это за табличка такая? Может, это некий ключ к разгадке? А вас вообще не смущает, что тут текст есть? А той, что течет. Да той, что горит. Через ту, что летит. К той, что под ногами лежит. Это стихи! А, или какой-то рэпчик. Это обозначение четырех стихий. Вода, огонь, воздух и земля. И для того, чтобы открыть этот сундук, нужно использовать все четыре стихии. Или мы станем чародейками. Пацаны и Алина, давайте найдем эти четыре стихии и наконец-то вскроем этот сундук. Слушай, Кирилл, на тебе вода, ты добудь воздух. Ты найди землю, а я займусь огнем. Встречаемся здесь и открываем сундук. И мне нужно найти землю. Так воздух же, а что его добывать-то? Он же вот здесь вокруг. Блин. Кто посмел меня потревожить? Закрою на всякий случай. А то еще он выберется. Чувствую запах людишек, а я как раз проголодался. Время пообедать. Вода – это же самое простое, что может быть. Да, сегодня же воду отключили. Так, где можно достать воду? В магазине. Блин, ускользнул. Ладно, поищу еще. Так, мне досталась земля, и я ее сейчас найду. Это асфальт! Это не земля! Везде асфальт! И камушки! Это не земля! Я ненавижу каменные джунгли! Так, но здесь еще не смотрел! Здесь одни батарейки да аккумуляторы! Я пересмотрел весь склад, и нигде нет ни спички, ни зажигалки! Вообще ничего, из чего можно добыть огонь! Да где эта земля? Мы находимся на планете Земля, а земли-то нету! Одни камешки! Камни? Точно! Камни как раз то, что нужно! А земля есть в цветочном горшке! Цветочный горшок, он гений! Вот и пришло время моей гороховой заначки! Я уже объелся, но, наверное, надо поесть еще. Сколько этого воздуха у меня будет? Этому сундуку мало не покажется. Его я есть не буду. Фу, ребят, я все отбегал, нигде воды не нашел. Что ты вообще мокрый такой? А, я вспотел. Ну так это же вода, пот, это ведь вода, влага. Точно. Супер. Давай, нам нужно активировать первую стихию, Кирилл. Так. Той, что течет. Вот сюда. Капни сюда пару капель. Я благодаря твоим советам нашел два камня. И сейчас добудем искру. Паша, воздуха. Стихия воздуха, давай. Да, сейчас будет вам воздух. Я тут гороха поел, сейчас я выдам. Что ты делаешь? Подожди, стой. Ты можешь просто подуть на свой символ. Так. А, точно, я же мог просто подуть. Не надо пукать. Может, я все-таки сделаю? Не-не-не-не-не-не. Загорелся! Алина? Вот земля. Ребята, кажется, он открылся!
Это мне. Это что, свадебное платье? Это платье принцессы. А я возьму вот этот колпак, смотрите, какой он смешной. А я себе меч возьму. Какой мощный. О-хо! Ребята, это же еще одно место, где есть наш мерч. А где еще можно найти наш мерч? Наш мерч можно купить на Озоне. Ты можешь выбрать свой размер и любимый принт. К примеру, можешь выбрать футболку прям как у меня. Футболки реально классные. И я на всякий случай оставлю ссылку в описании под этим роликом, чтобы ты точно нашел наш мерч и купил его, если он тебе понравится. А он точно тебе понравится. Слушайте, раз у нас появился такой сундучок, может быть, разыграем театральную пьесу? Я принцесса, и кажется, меня похитили. Я страшный дракон, и это моя принцесса! Нет, я не твоя! Сейчас мы спасем тебя, принцесса, от этого страшного крокодила! Да, да, Марио! И я! Кто я вообще? Ты гороховый принц! А, гороховый принц! Мы тебя спасем! Во-первых, я дракон, а во-вторых, мне нужно это сфотографировать! Пожалуйста! Конечно! Да! Я Марио! И, ну, гороховый принц просто поможет. А почему это я тоже буду спасать? Я тоже хочу первым спасти принцессу. Потому что это сказка про Марио и мою принцессу. Ты просто мой помощник, гороховый принц. Мы пришли принцессу спасать, а не горох. Вот когда горох будем спасать, тогда и ты будешь в главной роли. Да, конечно, только обещаешь, мы никогда не будем спасать горох. Кирилл! Ты что тут делаешь? Ты должен стоять вот здесь. Да, Кирилл, не то чтобы костюм в тему, но в целом под монстра подходит. Кирилл, ты все помнишь? Я принцесса, ты меня похитил, а вот те герои пытаются меня спасти. Сейчас нужно тебе их раскидать, ну так мощно. Ого, а ты мощный. Блин, Кирилл, откуда у тебя столько силы? Никакой самодеятельности! Двигайся по сценарию! Ты монстр, который перестань успокоиться! Ты должен проиграть им, а не победить их! И ты на меня не нападаешь! Да! Плохой кот! Ух, ну ты раскидал вас, Кирилл! Да, сильный ты! Слушай, давай сейчас по сценарию. Как договаривались? Ты нас не побеждаешь! Я тебя побеждаю! Ты можешь убить Пашу, но я должен остаться целым и невредимым, чтобы спасти принцессу. А почему это меня можно убить? А, ну хотя все сходится, да. Ребят, слушайте, я заменил тут пленку и теперь... Стой! Если ты Кирилл, Кирилл... Да. То кто тогда в костюме готов прятать? Сейчас мы снимем с него маску! Ребята, у меня плохие новости. Это не человек в костюме Cartoon Cat. Это настоящий Cartoon Cat. Паша, блин! Ребята, сейчас я вам помогу. Подождите. Что это такое? Это мощнейший меч, который работает на тяге подписок. Мы можем его активировать и победить Cartoon Cat, если ты нажмешь на кнопку подписаться и станешь подписчиком нашего канала. Давай, нужна твоя помощь. Жми на кнопку подписаться, она появится прямо здесь. И... Спасибо тебе. Меч активирован, ребята! Отойдите! Cartoon Cat! Мы его убили! Он жив вообще? Я не знаю, сейчас проверим. Пусть есть. Он живой. Просто без сознания. Но у меня один вопрос. Он же был добрым Cartoon Cat'ом. Почему он снова стал злым? Что-то внутри него снова изменилось. Помнишь его ДНК? Да. Давайте отнесем его в лабораторию и посмотрим, что внутри Cartoon Cat'а. Я за главки. Я за папу. Я за голову. Такой тяжелый. Перед тем, как смотреть то, что внутри Cartoon Cat'а,
Давайте обезболим снотворным. Ладно, у меня как раз есть такое. Специальное усыпляющее обезболивающее для картункетов. Какое сложное название. Да. Как зашло-то? Да, ты много ему взял. Блин, не хочу на это смотреть. Ладно. Еще чуть-чуть. О, все. Ладно, давайте посмотрим, почему он стал таким злым. Давай. О, кажется, что-то нащупал. Давай, о, доставай, зацепился. Давай. Вау. Слушай, Бруно, там может размер поменьше есть? Ой. Чего? Я подумала, что он съел обувной магазин. Но нет, скорее всего, он съел просто человека. Так, кажется, еще что-то есть. Вот нужно второй кет. Что? Что? Блин, кажется, Cartoon Cat настолько жесткий, что он мышей вместе с мышеловками кушает. Я это должен сфоткать. Там реально может быть все, что угодно. Что это? О, что куда? Разве это было не страшно? Так. Че там? Так. Что это? Где это? Флешка! Вот он! О, красным загорелось! Так. Что это за папка? Хитяра? Да, хитяра! Ну тогда надо заценить, если там прям... Я бы сказал котяра! Я не уверен, что стоит включать эту аудиозапись. Давай, врубай! Такой маленький, красивый ты за мной, так как криво убегаешь, будто не в попа. Я искал тебя все зимы, я увидел наконец. Если вы действительно хотите, чтобы мы сняли новый клип про Cartoon Cat, вторую часть, то давайте под этим роликом соберем 200 тысяч лайков. И тогда я и моя команда точно снимем новый клип с Cartoon Cat. Давай, есть там что-нибудь еще? А, блин, там что-то довольно мерзковатое, по-моему, такое холодное, противное, блин. Фу, блин, какая дрянь! Давай, свой обратно, это возвращай, это там просто не нужно. Все. Ну, теперь моя очередь. Давай. Ладно, посмотрим, что там внутри и... Блин, кажется, кто-то вырубил свет. Надо сходить проверить. Вы, два бугая, пойдете и включите рубильник, чтобы заработал свет. А мы вместе с Кириллом будем охранять Cartoon Cat, да, чтобы он не сбежал. Давайте, у нас времени мало, давайте. Ладно, Кирилл. Паш, ну что ты сбил или нет? Давай. Что я-то первый иду? Как принцессу спасать, так ты первый. Ну так, ладно, смотри. Давай, Паш, наш выход. Да, я иду. Как-то вот все страшнее и страшнее. Слушай, я не думал, что все вот так вот закончится. А так по еще ничего не закончилось, Брун, не говори так. Нет, зеленый аварийный включился. Это еще хуже. Слышал? Да, что это, где это? Я не знаю, срочно к рубильнику. А, блин. Электрощиток должен быть здесь. Давай, пошел. Бро. Генератор должен быть где-то в соседнем реакторе. Сейчас попробуем. Ага. Да, черт, провод выпал. Сейчас я подключу обратно к системам безопасности. Без провода не получится. Сейчас попробую подрубить электричество. Давай. О! Супер! Ну, это было легче, чем я думал. Паш, скорее! О, нет! Мы опоздали! Что здесь произошло? Тут полный хаос. Почему Cartoon Cat на месте? Было темно. Кто-то зашел к нам и напал на нас. Мы отбивались как могли. Из-за того, что было темно, мы его не видели. И в конечном итоге он забрал самого слабого. Кирилла. Возможно, он пришел за Cartoon Cat. Но так как он прочно привязан, прям на века, он забрал того, кого смог. А еще знаете что? Это был кто-то знакомый нам. Скорее! Где его искать? Здесь полно комнат и дверей. Мы его не убивали. Слышите? Это оттуда. FBI, убрал! Откуда здесь Cartoon Dog? Эй, отпусти Кирилла! Да. Эй, Cartoon Dog, отпусти Кирилла! Нет,
Я забираю его в свой мир! Зачем? Он же слабый! Выйти из портала может один, а вернуться обязаны двое! Вы убили Карлсон Кэта! Поэтому я забираю вашего друга! Мы его не убивали! Да, давай просто подождем, пока он проснется, а Кирилла мы заберем с собой. Карлсон Кэт будет слишком слаб! Он не сможет пройти через портал, понимаете? Но если вы действительно хотите спасти своего друга, вы можете собрать куклу удвоения силы Карлсон Кэта! Мы согласны, а что делать? Да, как собрать-то ее? Очень просто. Как мы здесь оказались? А как мы узнаем, как сделать эту заряженную куклу? О, что-то упало. Чего это? Я не знаю, видимо, картундок нам прислал. Вот, смотрите. Это то, что нам нужно. Нам нужно добыть 4 ингредиента. Ага. Черную оболочку, источник энергии. 3 кошачьих предмета и зло Карлсон Кэта. Тут пунктик. 3 кошачьих предмета. Я уверена, что я их найду, поэтому оставьте это мне. Паш, на тебе черная оболочка и источник энергии, а я поищу зло Карлсон Кэта. А что это мне 2 пункта, а тебе 1? Потому что ты самый умный, держи. Ну ладно. Давай, пошел. Только что такое зло Карлсон Кэта? Может его разозлить? Только как, он же без сознания. Эй! Эй, Карлсон Кэт! Давай, злись! Блин, мне, кажется, досталось самое сложное. Подожди, стой! У меня, слушай, я вот тут вот из сундука, мне тут прям хорошо видно было, у тебя такая вот модельная внешность. Я вот прямо вижу на обложке Карлсон Дог, собака года. Правда? Да. Слушай, смотри, у вас там в вашем мире нет таких вот клевых локаций, а здесь... О, попозируй мне как-нибудь. Покажи мне опасность покажи. Нормально Бруно придумал. Мне досталась черная оболочка, а тут даже непонятно, что это, кто-то все стер. Ну ладно, источник энергии, ну ясно. А черная оболочка-то что? А, хотя, может быть, я знаю. Источник энергии мне нужен. Источник энергии – это батарейки. Тут ничего сложного. Здесь по-любому батарейки должны быть. Есть? Это не батарейка. О! Мне нужна черная оболочка. А черная оболочка – это кукла Карлсон Кэта. Надо ее сшить. Для этого нужна ткань. Отправляемся ее искать. Ребята, мне досталось найти кошачью шерсть. Хорошо, что у нас на иконке канала существует рыжий кот. Ребята, он действительно в реальности существует. Его нету тогда, когда он нужен. Но я знаю, где его шерсть может быть. Это его лежанка. И я уверена, что его рыжая шерсть есть прямо здесь. О, чуть-чуть собрали, но этого мало. Тут хватит еще на одного кота. Я думаю, шерсти достаточно. Да как мне достать злого Карлсон Кэта? Эй! О, есть одна идейка. Эй, Карлсон Кэт! Ты! Лох! И вообще ты жирный. Прям жирнейший. Самый толстый кот из всех котов, которых я только видел. Что ты на это скажешь? Да почему ноль реакции, кот? Эй! Как мне тебя разозлить, эй! Кот! Кажется, самое сложное у меня. Злобу просто так с полочки не возьмешь. Это же даже не предмет. Последние штрихи. Все. Черная оболочка, она же кукла Карлсон Кэта, готова. Все, мы все нашли. Я тут понял, что черная оболочка это кукла Карлсон Кэта. И чтобы ее активировать, нужно по очереди вставить предметы. Так, источник энергии. Источник энергии. Вот он, это батарейка. Вставляем. Засовываем ее сюда. Я нашла кошачью мяту. Так, кладем ее туда. Вторым предметом кошачья игрушка. Я думаю, целая игрушка не подойдет. Часть.
часть ее. В самый раз. А, хвост. О, как ты жестко оторвала ей хвост. Так. И самое последнее. Ой. Это кошачья шерсть. Только на что не влезет вся. Вся не нужно. Чуть-чуть хватит. А. Так. Давай, Бруно. Что это из себя представляет? Понятия не имею. Я не знаю, где взять злость. Это же не предмет совсем. Подожди, то есть мы тут нашли, я два предмета принес, Алина вообще три, а ты даже вот это зло коснулся, это не нашел. Слушай, найти зло это не то же самое, что найти батарейку. Ладно, не ссорьтесь. Я уверена, что зло находится прямо в картонкете. Не-не-не-не-не, я туда не полезу. Я по-любому или в мышеловку влезу, или в эту черную жижу. Черная жижа? Это ведь и есть злость картонкета. По-любому! Фу, блин, она все такое же мерзкое! О, да, и выглядит так себе. Слушай, это больше мерзость, чем злость. Надеюсь, мы не ошиблись. Для активации нужно совсем чуть-чуть. Буквально капельку злости. Вот сюда. Все, кукла готова! Пойдемте спасать Кирилла! Ну что, этот пиджак меня не волнит? Нет, все круто! Мы сделали эту куклу двойного усиления, Катутка! А что мы тут устроили вообще? А стучаться надо! Бро, мы сейчас тебя спасем. Давай! Держи, забирай своего кота! Ага. Да, все по канонам. Хорошо. А ты, Вов, хорошо. Но недостаточно! Ох, как это недостаточно! Давай, бей его дубиной! Давай, давай, давай! У меня для вас новое задание! Подожди, подожди, мы так не договаривались. Ты хотел вот это вот, мы и принесли вот это вот. Ну мало! Недостаточно, хочу еще! И какое задание? Задание! Принесите мне звук кошачьих огов, потом корень игор, и слюну птиц, и рыбьи голоса! Я их очень люблю! Ты сам не веришь в то, что говоришь! А жареных гвоздей не хочешь? Пита пропала! Это 100% какой-то обман! И плюс еще картонкет скоро проснется, и у нас будет еще две проблемы! Да, надо как-то их решать! Мы можем сделать картонкета нашим союзником! Ведь внутри этого кота была эта черная жидкость, которая символизирует все зло, которое в нем находится. И если мы достанем всю эту черную слизь, пока есть возможность, мы сможем сделать его добрым. Фух, как ее там много! Давайте, блин. Так, давай всех до сюда. Я точно, это все. Нужно зашить. Так, чем бы зашить этого кота? Нужно поспешить, потому что он скоро проснется. Я зашила. Как ты? Ладно, идеальный шоу. Ребята, он вот-вот проснется, потому что действие препарата сейчас закончится. Боевая поза! Вы что, его избить собрались? Ну а что делать-то, если он вдруг на нас нападет? Я ему двоечку выставил. Бам-бам! О, просыпается. Так, канаты держу. Эй! Картункат, ты меня слышишь? Да, а почему вы меня слышали? А мы играем так. Да, у нас такая игра. Слушай, ты злой? Сейчас. Нет, а почему мы должны быть злым? Тогда игра закончена. Отлично, тогда развязываем его. Вот, ты свободен. Слушай, прости, что не спросили тебя, можно ли с тобой поиграть. Ты просто был без сознания, случайно. У нас есть очень серьезная проблема. А твой злейший враг, Картундог, он похитил Кирилла. Нам нужно спасти Кирилла и остановить Картундога. А он же твой враг, ты готов нам помочь? Да, побежали! Отпустите меня, это мой мечтатель! Освободи Кирилла! Я свободен, ну, относительно. Ну, здорово, он спасся! Нормально. Смотрите, как они смешно дерутся! О, блин, кажется, у картон-дога совсем плохие дела!
Ощущение победы такое! Злостное! Мне нравится! Круто ты его уделал! Давай бег! Сейчас я вернусь к себе вниз. Но скоро мы снова встретимся. И вы пожалеете за то, что влезали внутрь меня! Фу! Слушай, ты все равно один туда не сможешь отправиться. Таковы правила этого сундука. Да. Поэтому я забираю его с собой. Кукла у твоей несилы! Эй, постой! Черт! Не открывается? А, блин! Он нас обманул! Опять закрылся! И почему он стал злым-то? Несмотря на то, что мы достали из него всю эту черную слизь, которая была сгустком зла, в моменты, когда Cartoon Cat творит новое зло, он генерирует новое чувство злости. Из-за того, что он подрался с Cartoon Dog'ом и победил его, он вновь стал злодеем. Опять в нем эта жижа зла. А Cartoon Dog-то жив? Эй! Ты жив вообще? Слушай. Он жив. Он жив, но в очень плачевном состоянии. Есть идея. Давай. Давай посмотрим, что внутри Cartoon Dog'а. Я думаю, это отличная идея. Ребята, давайте если под этим роликом соберем 100 тысяч лайков, то мы обязательно снимем видео, как мы смотрим, что внутри Cartoon Dog'а. Я думаю, это будет шикарный видеоролик. Поэтому ставьте лайк, а сейчас тыкайте на вот этот видосик. Пожалуйста, нажимайте на него. Да, давайте, вот здесь вот. Видео, которое тебе обязательно понравится. Я жду вас здесь вместе со своими друзьями. Тыкай сюда, и мы встретим вас там. Давайте, пока! Пока!